Сейчас в нашей стране более 370 тысяч украинских беженцев. Среди них большое количество женщин и детей, в том числе совсем малышей. Много пожилых людей, есть инвалиды. Больше всего беженцев находится в ближайшей к Украине Ростовской области. Соответственно, туда и направлена самая значительная часть казенных средств – более 111 миллионов рублей. Вообще, подавляющую часть трансфертов из федерального бюджета получили именно, так сказать, приукраинские регионы, ну, что вполне логично. Как следует из сообщения, размещенного на официальном сайте Российского министерства по чрезвычайным ситуациям, в понедельник из Симферополя вылетел самолет МЧС, на котором было 123 жителя Украины. Среди них более 40 детей, в том числе 4 младенца. Ил-76 приземлился в Домодедово, оттуда беженцев автотранспортом привезли в Рязань. Всех переселенцев встретили сотрудники МЧС России и представители местных властей. Люди размещены. Для их пребывания в регионе все было заранее подготовлено. В пунктах временного размещения, как сообщают рязанские спасатели, организовано круглосуточное дежурство подразделений регионального МЧС, пожарных расчетов и полицейских.